Привет, с вами Андрей, у нас Шадред Пиксель Данжен, дуэлянт, точнее уже чемпион, 18 уровень. Вот такие вот у нас способности, вот такой вот инвентарь. Мы пытаемся не сдохнуть и сделать это максимально эффективно. У нас нет хилок в данный момент, нет способов вылечиться, то есть если мы наш хп достигнет нуля, мы сдохли. У нас есть 700 монет, как вариант, можно пробежаться обратно. Купить что-нибудь у торговца, посмотрим, что мы вообще могли бы приобрести. У него есть палочка, вообще шикарная палочка. Какое бы зачарование на ней не было, оно нам подойдет. Также нужно желательно анг забрать, но нам монет не хватит. Познание нам не особо нужно. Карта ускорения тоже хотелось бы забрать. Короче, тут очень много хороших свитков и зелий, но проблема в том, что нам не хватает, получается, армора, чтобы выжить. Мы против вампиров вообще стоять не можем никак, а там еще таракан со своим отравлением, он нам просто грязь сделает. Нам, по сути, нечего купить, поэтому мы возвращаемся обратно. У нас 50% здоровья, кушаем. Смотрим следующий этаж, у нас 13 этаж. Тут, видимо, закрытое, либо... Двигаемся аккуратно, стараемся. Кнут какой-то в этом вопросе дохленький. Я, честно говоря, мы в ближнем бою, по крайней мере, что-то как-то он себя слабо показывает. Я нашел еще одну хилку. Это мимик. Мимиков желательно скидывать. С ними... Вот, ну, вот тут есть как раз возможность его скинуть. С ним лучше не особо сильно взаимодействовать. Либо сейчас с ним просто потанцевать. А у нас есть кнут для этого. Можно с мимиком потанцевать. Единственная проблема в том, что нас могут зажать. Имеется в виду, неизвестно куда бежать. Поэтому, блин, гейзерная ловушка напугала. Опять таракан присутствует. Таракана можно обмануть. Таракана желательно тоже скидывать в пропасть, если есть возможность. Присутствует маг. Таракан, кстати, проснулся. И там еще кто-то, кстати, проснулся. Ой, блин, ну что ты будешь делать? На меня вся толпа прибежала. Ну вот вы... Ой. Ой, блин, какие же вы никчемные все, ребята. На меня вся толпа просто прибежала. Ну все. Финита ля комедия, мы приехали. А, нет, у меня еще есть хилка. Еще есть хилка, пока живем. Да что ты будешь делать? Не понос так золотуха, а? Газовая камера, это хорошо, это означает то, что на текущем уровне будет спрятано зелье очищения, которое нам позволит, грубо говоря, покушать, что шикарно.
Получили еще одно мусорное кольцо стрельбы, которое нам не актуально. Забрали немножко золота. Теперь у нас и сюда нарисовался ДМ. Да что ты? По понятным причинам мы в облаке драться не будем. Ждем, пока пропадет облако. Наш персонаж проголодался. И вот этот мусорный ДМ. У нас нет ни одной ни палочки, ничего. Мы настолько никчемные. Я сейчас я просто поражен этому персонажу. Как он вообще держится, бля. Вот обратите внимание, присутствует таракан, бля. В него, наверное, лучше какую-нибудь хрень закинуть. Начнем закидывать в него. Он взял себя. Что ты никчемный? Вот какой же ты мусорный. Он взял нас еще и отравил на 4 хода. У нас нет ни артефактов, ничего, ни шансов даже восстановить свое здоровье хоть как-то. Какие же вы, блин, никчемыши, а? Мы в кои-то веки нашли алхимика и зелье очищения. Но оно неплохое. Скажем честно, зелье очищения неплохое. Но проблема в том, что оно нам, по сути, не поможет. А, кстати говоря, как вариант можно пробовать сделать... мистический катализатор и сделать джампинг наш, собственно. Есть рецепт на него. 8 энергии он стоит. Также можно как вариант соединить, купить, собрать себе еду. Единственное, зелье нужно выкинуть одно лишнее, ненужное. Также очищение стоит сделать сразу себе. Он, например, единственное 4 энергии стоит. Давайте токсический газ развеем. По крайней мере, с едой проблем теперь не должно возникать. Вот. Опять таракан, да что ты будешь делать? Ну мы тут просто приплыли. Ну вот я, честно, я не понимаю, как это выживать. Ладно, избавление, допустим, на первый раз мы прожали. Ну вы сами все видите, мне просто не дают выжить, а меня просто постоянно вот забивает, у меня нет возможности. Снаряжение мое, которое я хочу одеть, чтобы они просто, я заигнорил этот весь мусор вообще полностью. Но он недоступен, в данный момент я не нашел еще доспех. Который мне позволит ее одеть, без проблем носить. Ну вы сами все видите, мне упорно не дают этого сделать. Я не знаю, разработчик специально так поставил, чтобы меня постоянно пытались все забить. Пускай таракан летит к терапевту, конечно. Даст он мне возможность. Ага, размечтался, блядь. Он мне дал отравление и свалил, бля. Смотрите, сейчас прибежит маг. А, кстати, мы уже сдохли. Да, мы погибли.
Нас отравление убьет через два хода. Нас убьет отравление. Нет, смотри-ка, мы еще пока живы. Мы еще живы! Жуть. Я, честно, я не знаю, что делать. У меня заканчиваются варианты. Будем пытаться лечиться. Будем жрать все, что можно жрать. Будем пытаться лечиться. Ай, кажись, мы приплыли. Мы приплыли. Зараза. Ну вы сами все видите. Тут шансы у нас падают в геометрической прогрессии. Причем они уже упали. Сейчас развернется маг, и нам просто хана. А маг уже развернулся. Если сейчас ДМ заблокирует нам проход, мы просто погибли. Честно, у меня такое чувство, что меня специально разработчик решил загнобить, бля. Ну, тут не так сложно, как кажется, но проблема в том, что нам просто с раскладом не повезло, понимаете? Если бы нам повезло с раскладом, я бы смог протащить эту ситуацию. А мне не везет с раскладом. Даже тоже улучшение, но оно нам не поможет. Потому что нужен еще плюс один сюда. Кажись, мы сейчас потеряем одно из зелий. Ой, не понос так золотуха. Ну, ёлы-палы, ну ты... Ой! У нас 15-я сила. Понимаете, в чем проблема? Я не могу одеть доспех, пока у меня силы меньше. Нам вряд ли что-то поможет уже здесь. Почему? Потому что, ну, анх мы смогли бы подобрать. Все началось с палочки. Я ее не смог забрать у мага. Ну, вы сами все видите, тут без шансов. Туда зайти можно в латной броне, просто всех распокрошить. Но проблема в том, что ее еще одеть надо умудриться. А пока у вас ее не будет, вам будет очень больно. Ну, тут он, скорее всего, сейчас будет газовую атаку устраивать. Собственно, это ожидаемо. Потом просто ждем, пока он ее скипнет. Заодно восстановим свое здоровье. Ха-ха-ха, зараза! Ну, вы сами все видите. То есть тут таракан вряд ли выживет. Но проблема в том, что у нас и нечем ему отвечать. Понимаете, в чем проблема? А, кстати, у нас есть, по идее, последнее снятие чар. Мы можем использовать палочку трансфузии как вариант. Ну, это я не знаю, я считаю, это последнее уже. Да куда ты своим газом? Ну, вот как туда подойти? А вот объясните мне. Такое чувство, что специально, знаете, сделали так, чтобы... Как говорится, как утомить Андрея? Нет, тут... шансов там выжить нету. Thank you.
Гнида! Ну вот что ты делаешь, а? Не, ну ты просто гнида. Ну вот какое же ты... Ай, гнилое существо. У меня нет ХП. Мы вообще есть шанс выжить-то? Сколько у меня горячего? Вон, 2 хода. Не, ну в теории мы выживем. 2 ХП? Да. Мы живы с 2 ХП. У нас нет возможности полечиться. Но у нас пока еще есть сытость. Поэтому мы еще пока держимся. Что ты тут забыл? Кажется, мы сейчас не доживем до росинок. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас погибнем. Обратите внимание, присутствует... У нас не скорость, у нас кольцо узко этого. Да что ты будешь делать? Ну вот вы сами все видите, он меня пытается загнобить упорно. Ладно, таракан. На сколько тебя там ходов? На 4? Ну и вали нахер отсюда. Иди отсюда, несчастное животное. Я хочу жить. Я буду пытаться делать все, что в моих силах. Обратите внимание, присутствует таракан. А с лица идет маг. Росинки! 11. Жить! Все! Это финальная остановка, видимо. Отравлен на 6 ходов, шансов выжить. Я еще жив! Я еще жив! А я уже думал, финальная остановка будет. Да. Ладно. Ну вы сами все видели. Тут не о чем говорить. Шанс выжить был, но я его пропустил. Всем спасибо. Всем пока.